аккуратно режем яйца пополам. Достаем желтки. Аккуратно достаем, чтобы она не сломалась. Трем два зубчика чеснока. Натираем сыр. Добавляем 2 чайные ложки майонеза. Все перемешиваем. Фаршируем яйца. Вот получилось так. Режем огурчик на половинки. Ребята, огурчик выставил. Получилось как-то так. Вот получилось такие елочки. Теперь будем украшать. Украшаем красные зубы, ребят. Очень обычный рецепт. Тяжелого, ребята, здесь ничего нету. Советую всем попробовать. Вот все украшал. Макушки можно с красным перцем, либо с помидором можно, ребят. Вот все.